Предприятия, включенные в карту индустриализации, активно модернизируются. В этом накануне убедился глава региона Бауыржан Абдишев во время очередной рабочей поездки. Он посетил предприятия Караганды и Темиртау. В частности, на заводе по выпуску пластиковых труб «Жако Караганда» планируется открыть новую современную линию. За счет этого значительно увеличится их производство. Все подробности далее. Такие пластиковые трубы для холодной и горячей воды обычно горожане устанавливают у себя дома. Практично и эстетично, говорят производители. В год за счет автоматизированных линий здесь выпускают до 7 тысяч тонн пластиковых труб. В планах руководства предприятия расширение ассортимента продукции. Здесь идет реализация проекта по производству рифленых труб для наружной канализации. Сейчас проводится монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Этот год у нас здесь расширение на двух линий. С 2012 года у нас было 5 линий, а в этом году расширились на 2 линии, и новая у нас линейка такая для канализации, наружной канализации трубы. Вот в начале июля собираемся запустить ее. К тому же этот завод будет расширяться. На территории специальной экономической зоны построят еще одно предприятие по изготовлению пластиковых фитингов. Это такие детали, которые соединяют трубы. Раньше их завозили из-за рубежа. А это уже завод по производству железобетонных шпал. Акиму продемонстрировали процесс их изготовления на современном оборудовании. Предприятие – главный поставщик шпал на строительство дороги Жасказган-Бейнеу. Железобетонные шпалы делают с высокими эксплуатационными характеристиками. Шпалы очень качественные. И самое главное, эксплуатационные характеристики у них там до 200 километров сейчас спокойно могут, а если там увеличить армирование, можно до 300 километров в час. Затем глава области побывал на ArcelorMittal Темиртау и осмотрел блок разделения воздуха кислородного производства. Реализация этого проекта позволила на 21% увеличить производство технических газов и в 6 раз снизить расход электроэнергии.